Я уже презервативы взял с собой. Дед ведром хотел заспугивать. Всем привет, друзья! Сегодня день молодежи, поэтому всех с праздником. Видео выйдет немножко позже. А сейчас еду к братишке в парк. Прохладненько, есть людишки, отдыхают, вообще куча мест, лавочки, столики. Вот к столикам, правда, лавочки, стулья не хватали. Теперь нужно срисовать брательника, сказал где-то слева сразу. Ага, вот срисовал, сейчас подъедем. У нас спортбайк превращается в эндуро, ездим по песку в лесу. Вообще пофиг. Мягенько, хорошо. А что ты сам? Я думал, ты тут компашку какую-то собрал. Компашка старенький. Я уже презервативы взял с собой, а ты... They call me Cuban Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick-chicky-boom, chick-chicky-boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. The проголодались, нужно поехать покушать. Снова у нас эндуро поездочки по шишечкам, по хвое, по песочку проедемся. Все как обычно. Позитивные у нас девчули окружают. Ну что ж, ребята, перекусили, теперь поехаем, выпьем кофейка уже в Светловодске. Давайте посмотрим те места, где мы можем пересечься. Это вот на Бисквите, на Пурмаре, либо же на Бризе, на Пристани, вот эти места. Но проще всего, ребята, проще найти меня в Инстаграм. Я в основном публикую все места, где я в данный момент нахожусь или куда собираюсь. Поэтому в описании под видео есть все необходимые ссылки. Подпишитесь и будете в курсе, как говорится. Продал, кстати, свою 600-ку. Уже еще один парень у нас будет ездить в городе. Поэтому у нас все больше и больше. Уже будет намного интереснее, в принципе, покататься. Вот еще какой-то парень приобрел, вижу, с 30-й. Круто!
вот еще одно местечко, где можно посидеть и меня словить. Ну а это местечко вообще прекрасное. Тенечек у берега просто классно. Здесь вообще красивые места вообще в Свердловске. Есть где пофоткаться, поотдыхать, покататься. Вообще круто, поэтому точно так же одно из мест, где можно пересечься. Люди купаются, вообще водичка тепленькая, тем более от парапета еще водичка нагревается. Круто. Я еще, кстати, ни разу на пляже не был, можно будет как-то уделить этому время. А то вообще как-то что, давали больше не поиграли. Да. На это нужно собраться как-то. Пишите также, кто по месту, может соберемся на выходных. Вот, кстати, Илюха и этот парень, кому он продал мотик. Сейчас и познакомимся. Да чтоб ты не уехал. А? Да чтоб ты не уехал. Бля, ты так и пропустил, меня дед ведром хотел заспугнуть. Вот у тебя такой контент, слушай, постоянно. Эдуард тоже байкер, смотрите, какая моща. Одна фара у нас отпал контакт, сейчас все исправим. Вот и все, теперь все красиво. Блин, жара такая неимоверная, сколько раз себе говорю, нужно выезжать после 5-6 вечера, но дела не заставляют себя ждать, поэтому приходится иногда выезжать пораньше. Кстати, ребята, кому будет интересно по тому, как можно заработать деньги, я оставлю ссылочку на телеграм-канал в закрепленном комментарии и в описании под видео. Можете перейти и ознакомиться. Проект действительно заслуживает внимания. Я думаю, каждый для себя выберет, что ему будет интересно. Будет ли вообще интересно, все вопросы можно задать мне в комментарии здесь под видео, в телеграм-канале, в инстаграм. Все ссылочки, естественно, будут доступны. Просто залетайте и для себя что-то посмотрите. Ну и в целом, если будут какие-то идеи, конечно же, мне каждого из вас интересно выслушать. Любая тема, любое предложение имеет место быть. Вот, в принципе, как-то так. Ну, я вам показал все те места, где можно со мной встретиться, пообщаться, сфотографироваться, прокатиться и так далее. Я всем рад, абсолютно никому не отказываю, мне не жалко. Ну, кто меня знает, тот знает. Друзья, день прошел, как я и сказал, все полезные ссылочки у нас будут в закрепленном описании и в закрепленном комментарии. Кому будет полезно, пишите, обращайтесь. Любая тема, любой вопрос может быть решен. Смотрите, какой у меня песен. Эльтик, всем привет. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Если вы не здесь, то вы нигде. Дальше больше, скоро увидимся.